Вот такая стиральная машина. Все компоненты, все части, все программы работают. Есть, значит, вот выставляешь программу, например, 30 сокращенная, вот стирание, полоскание, отжимание. Дальше только отжимание, слив. Полоскание, отжимание 21 отдельно. 48 минут стир. Полоскание, отжимание. Долгое, видимо, полоскание такое. Отжимает 40... Ой, 1000 оборотов при этом. Так, тут у нас замачивание и оставить с водой. Вот. Замачивание оставить с водой. Далее все как это по обозначается 30 ручная, 40 градусов. Есть вот, например, вообще холодная, 30-40. Какая-то, наверное, экономная, но она чуть-чуть длиннее, чем предыдущая. 60. И дальше еще идет режим. Для каких-то вещей надо посмотреть инструкцию в интернете. До 95 градусов. Так, как она... Значит, давайте отжим сделаем ей. Просто чисто отжим. Вот, чисто отжим. Кнопочку нажимаем. Это закрылось. А, ну я вам хотел показать еще, как перелив работает. Вернее, там циркуляция воды очень хорошая функция. Порошок перемешивает. У этой машины очень хороший фильтр. Вот пока вода не набралась совсем много. Нет, уже есть. Ладно, все. Короче, вот сюда подставляете какую-то емкость. То есть слив достаточно высоко, это удобно. И там решеточка хорошая. Так, значит, вот так выглядит набирание воды. Сначала зачем-то сюда прополаскивать, потом основная стирка с порошком вот здесь вот. Это эти... А, это предварительное замачивание, это она... Так. Покажу вам. Вот уже видно, как она перемешивает воду. То есть она, порошок стиральный, со дна хорошо растворит. То есть это вот машина как раз этим и хороша, что у нее есть такая функция. Работает циркуляция воды. Вот такое вот состояние всех компонентов. Все в очень хорошем состоянии. Ничего не горело, ничего не ремонтировали. Подвеска бака хорошая. Единственное, тут когда-то кабель вот был переделан. Здесь был, его сделали сюда. То есть его просто перебило когда-то, ее вот таким образом от... просто питание исчезло, ее вот так вот отремонтировали. То есть, возможно, ее она долгое время стояла нерабочая, потом ее продали из-за того, что просто вот было не было питания. Был перебит провод. Вот так вот циркулирует, очень это хорошо, набирает воду и одновременно все это уже перемешивается, растворяется хорошо в таком случае. Уже пробовал, хорошо стирает, не шумно, и отжимает не шумно. Чуть позже сейчас покажу. Вот начала она стирать. Это быстрая стирка. Так, тут есть еще дополнительные режимы. Предварительную стирку можно включить на любой практически программе. Потом полоскание дополнительное, слить воду, задержать воду, био, не знаю, что такое, и восстановление времени. То есть можно дополнительное полоскание нажать на любую программу, но сейчас она уже запущена, поэтому я не могу. Плюс 10 минут,
что-то такое. Ну и предварительную стирку, кроме быстрой стирки, можно к любой программе добавить предварительную стирку. То есть она сначала просто водичкой замочит вам с небольшим количеством порошка, если добавите, там отдел есть. Ну вот такая вот отличная стиральная машинка. Сейчас покажу, как отжимает. Слышите, что работает не шумно, мотор не слышно практически. Тут работает, правда, у меня вентилятор. Вот я выключил вентилятор. Вот, вот так она по звуку работает. Причем здесь нет никаких вещей. То есть эхо сильное, она, ее хорошо было бы слышно. Ну, ее слышно хорошо, но при этом не громко.